Привет, в этом видео мы исследуем скрытый мир микроскопической фауны, обнаруживаем крошечных существ, которые оказывают большое влияние на сложную паутину жизни. Существует скрытый мир, изобилующий микроскопической фауной, невоспетыми героями наших экосистем. Эти крошечные организмы, невидимые невооруженным глазом, оказывают огромное влияние на здоровье и устойчивость нашей планеты. Микроскопическая фауна, включая бактерии, простейшие, грибы, тихоходки, нематоды и планктон, населяет различные места Земли, от океанских глубин до гор и от пустынь до тропических лесов. Эти организмы, занимая каждую экологическую нишу, играют важную роль в поддержании экологического баланса, участвуя в процессах разложения, круговорота питательных веществ и почвообразования. Благодаря своей деятельности микроскопическая фауна, включая нематоды и простейшие, перерабатывает важные питательные вещества, делая их доступными для растений и других организмов. В почве они расщепляют органику, высвобождая азот и другие элементы, необходимые растениям, а также улучшают структуру и плодородие почвы, способствуя лучшей аэрации и дренажу. Эти организмы также существенно влияют на водные экосистемы. Планктон, как фитопланктон, так и зоопланктон, образует основу водных пищевых сетей, поддерживая существование множества морских форм жизни. Фитопланктон в процессе фотосинтеза производит значительную часть кислорода в мире и служит поглотителем углекислого газа, смягчая последствия изменения климата. Устойчивость и приспособляемость микроскопической фауны поражает тихоходки, известные как водяные медведи, процветают в самых экстремальных условиях на Земле, от знойных пустынь до ледяных полярных регионов. Они способны впадать в криптобиоз, состояние анабиоза, позволяющее выдерживать экстремальные условия, такие как обезвоживание, радиация и космический вакуум. Технологические достижения, включая электронные микроскопы и секвенирование ДНК, радикально изменили наше понимание микроскопической жизни. Электронные микроскопы позволяют ученым с нанометровым разрешением визуализировать сложные структуры микроорганизмов, открывая детали их сложной архитектуры. Секвенирование ДНК углубило понимание разнообразия микроорганизмов и их эволюции, позволяя обнаружить новые виды. Микроскопическая фауна влияет на здоровье человека и промышленность. Кишечная микрофлора способствует пищеварению и иммунитету, в то время как патогенные микроорганизмы могут быть опасны. В биотехнологии и фармацевтике микроорганизмы используют для производства ферментов, разработки антибиотиков и биоремедиации. Микроскопическая фауна сталкивается с угрозами, вызванными экологическими изменениями и загрязнением, включая химические вещества и микропластик, которые вредят организмам и нарушают экосистемные функции, такие как круговорот питательных веществ и регулирование климата. Сохранение биоразнообразия необходимо для защиты микробного разнообразия и здоровья экосистем. Разгадывая тайны микробного мира и реализуя эффективные стратегии его сохранения, мы прокладываем путь к более здоровому и устойчивому будущему для нашей планеты и всех ее обитателей. Спасибо, что посмотрели, и не забудьте подписаться на Zeba Academy, чтобы получать больше интересных видео.